ощерилась туча, мерцаниями из бездны щупальца тьмы опутали, и ржала им исчез. Щедрыми тяжелыми ударами грома гнала щуплых людей с кривых улиц в дома. Гроза перешла в ураган, хлынул ливень, на балкон летел град с водяной пылью. Во дворце Ирода под колоннами прокуратор лежал на ложе возле стола с яствами. У его ног красная лужа, осколки кувшина разбила пол, когда слуга не угодил ему. Под стук града бормотал сам с собой, его глаза воспалены бессонницей. Пелена поредела, послышались шаги вскоре между мраморных львов, голова в капюшоне. Пришедший говорил по латыни с улыбкой, откинул капюшон, весь мокрый до нитки. Пилат приказал ему переодеться в сухое, выпить вина, указал на ложе другое. Подняли тост за кесаря, лучшего из людей. Что можете сказать о настроении в городе? Беспорядки более не угрожают, решила ему. Молниеносную когорту можно отпустить. Хорошая мысль, отпущу и сам уеду. Прокуратор разве не любит город этот? Помилосердствуйте, нет более безнадежного места. Все эти фанатики, чародеи и волшебники, этот мессия, которого все стали ожидать, и скучно доносы на самого себя читать. Вернемся к делам, вар Раван не потревожит? Пилат глядел вдаль, брезгливо сморщившись. Вар безопасен, ему бунтовать непросто. Знаменит, тонко понимаете вопрос вы. Не было попыток возмущения толпы? Никаких. Смерть сами установили вы. Давали напиток перед повешением на столбы? Отказался, не винит, что забрали жизнь. Был немногословен, сказал, что только то, что трусость — это самый главный порок. Во избежание сюрпризов прошу немедленно всех трех похоронить в тайне и в тишине. Есть еще два вопроса. Ваши заслуги, доложу о них в Рим. Но попрошу вас, если предложат перевод, откажитесь от него. Не хочу расставаться с вами ни за что. Третий вопрос касается этого. Иуды за прием философа получил деньги будто бы. Жадный старик из Кириафа, ведь он старик? Прокуратор не ошибается, но сейчас ошибся. Получил сведения, что его зарежут ночью. От кого не скажу, они темны и неточны. Тайные друзья Ганоцри убьют, а деньги подбросят запиской первосвященнику. Прошу вас принять меры к охране Иуды. Выследить, зарезать им будет трудно. Афраний спросил, так зарежут Егемон? Да, ответил Пилат и руки потер. Ведь я вам должен, я совсем забыл. Толпа нищих при въезде вершала им. Пилат передал гостю с деньгами мешочек. Я жду от вас доклада сегодня же ночью.